компании «Грата». Добрый вечер, дамы и господа. Во-первых, можно на секундочку внимания? Я хотел бы всю прекрасную половину поздравить с наступающим женским днем. И пожелать вам счастья, любви и мира на вашем дороге. Потому что он уникален,
и Ирена подтверждает вокал, а я просто индивидуальность. Но есть нюансы, которые... Вот с одной стороны, я говорю, ребятам не хватает куража, а с другой стороны, только на хитрости такой подтанцовка в якобы каких-то головных уборах и даже шарик, ребят, это хитрость. Это не постановка, понимаете? Если бы даже вся группа ваша была, вот как девушка в клетчатом, и какая-то эпоха в этом была, рок-н-ролл жив все-таки, но цилиндры, шарики, стиляги, ну тогда оправдывайте почему, и тогда семь. Понимаешь, вот так вот с театром. Это надо знать. Ну ничего, это в следующий раз нанимайте, может быть, театральных режиссеров. Саш, ваша оценка? Моя оценка 7. Я еще раз оцениваю давление вашего на зал. Ну, а в целом общий балл? 24 балла. Нет, ну вы молодцы. Я не знаю, что там говорить и думать жюри. На мой взгляд, просто супер. Поздравляю вас. И на сцену выходит команда компании «Грата». Восемь. Ирина, только один. Да. Не восемь.
Саша, ваша оценка? Ну, 8, слушайте, 3 восьмерки, это очень... Хотя мне не нравится очень дергать за галстук. Ну да, но Саша, ну вам нравится девушка, которая дергает его за галстук. 8 за смелость, потому что вокал здесь очень сложный. Вы молодцы, девочки. На самом деле команда поднимает первый раз. И, конечно, очень заслуженно. Общая оценка 24 балла.